Заключенный Бийского исправительного центра УФСИН России по Алтайскому краю объявил голодовку. Без пищи молодой человек находится уже неделю. Свой протест преступник объяснил тем, что его якобы незаконно поместили в специальное помещение для нарушителей. В настоящее время по данному факту уже проводится проверка. 20 сентября текущего года осужденный Дегтярев заявил об отказе от приема пищи. Осужденный ежедневно осматривается медицинским работником. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. В связи с обращением супруги осужденного Дегтярева в различные инстанции, в УФСИН России по Алтайскому краю проводится проверка. Исправительный центр – это учреждение, где отбывающие наказание лица обязаны работать. В этом, собственно, и заключается наказание. Заключенных трудоустраивают на разные организации. Мужчина, который сейчас голодует, не местный, он из Омской области. Наказание отбывает за незаконный оборот наркотиков в крупном размере. Находясь в центре, осужденному предложили работу, от которой он отказался, а это уже злостное нарушение. Как нам стало известно, сейчас решается вопрос о замене принудительных работ на реальное лишение свободы. Документы уже направлены в суд. Отметим, что в Бийске за все время работы исправцентра это первый подобный случай.